Задался как-то я себе вопросом, да, вот почему вот эти вот монеты, да, это монета 13-го года, Пруссия, памятная монета, 100 лет победы над Наполеоном, смотрим на их идеальный вариант. Вот это две марки, очень красивая монета, просто обалдеть. Дизайн очень красивый с обоих сторон. Сейчас три марки. Вот трешка. Тоже серебро. 900-й пробы. Очень красивая монета. Посвящается 100 лет победы над Наполеоном. У меня вот была вот вот это у меня была в моей коллекции. Это из обихода. В общем, монета была в обороте. Ничего не поделаешь. Вот сейчас у меня они в идеале. Сравним, например, положим эти вместе. Посмотрим, как выглядит монета, которая ходила по кругам, по рукам. Вот это. И монета безупречная. Гурт на них рубчатый. На трех марках надпись на гурте. Интересно, что трех марок было выпущено 2 миллиона, а двух марок было выпущено 1,5 миллиона. На данный момент монета 2 марки дороже монеты 3 марки. Не из-за того, что их меньше выпустили, а из-за того, что вот эту монету очень часто превращали в памятные медальоны. Из них делали, ну, типа как медали. В общем, люди очень любили эту монету. Конечно, 3 марки она намного больше и дороже, и чаще всего делали памятные медальоны из этой монеты, поэтому их на данный момент осталось намного меньше. И, соответственно, цена на них выше. Хотя, ну, отличия практически нету в дизайне, ни в чем, только в размере, в весе монеты. Дизайн очень красивый. Это просто очень-очень-очень-очень грамотно сделанная красивая монета. Очень красивая монета. Вот это Extra Fine Plus. Это, конечно, не самый топ. Но вот это топ. Uncirculated UNC. В общем, два ящика пива на эту сейчас можно купить. Я очень люблю птиц на монетах, я их собираю, и поэтому вот у меня была вот эта. Купил ее чисто изображение птицы, которая змею типа душит, да? Вот Мексика это любила делать такие вот, ух. Там такие орлы на них. Сейчас, может быть, другой раз сделаю про монеты Мексика, которые у меня есть. Очень красивые, я их люблю, там изображение птицы обалденное на ней. Но это тоже, это красиво. Здесь гусары, а здесь вот орел, душащий змею. Хорошая вещь. Полезно всем такие монеты иметь в коллекции. Ну, конечно, в этих вариантах их будет не так легко найти. Больше всего, конечно, попадаются вот эти вот. Ну, всем удачи. И я считаю, что любой человек должен иметь в своей коллекции такую монету, потому что она действительно очень красивая. Вот приятно посмотреть. Вот сидишь и смотришь на нее и видишь красоту.